Вот у нас такие вот герои ездят по тротуару. Очень умные. Грамотно ездят по тротуару. Умно очень делают. Сейчас мы с вами идем по тротуарчику. И вот такой вот герой казанский очередной у нас здесь заехал спокойненько на тротуар и проехался по нему. Вот герой России, как мы видим, ставил и ушел. Вот здесь вот был совершен у нас заезд на тротуар. И, собственно говоря, дальше он уже проехался. Вот такие у нас водятлы в Казани, которые думают только о себе. Лишь бы проехать, лишь бы заехать. Что вы думаете вообще о движении в Казани? Пишите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!